внутри светится. Внутри органики светится. Хорошо. Шарик. Что за шарик? Скомка его еще больше. Вообще как что-то разум в нем какой-то, что ли. Так, что за разум в шарике, который был у тебя в груди? Ну, где ты, а где разум? С чего у тебя разум-то появился? Сделал лицо попроще. То прям сморщился вообще. Это какая-то, может, программа? Смотри. Программа, наверное, да. Да. Какая? На что? Не знаю, видишь, что он такой. Так дотронься до этого шарика и будешь видеть, на что. Но светится. Он тебе помогает думать или наоборот. Он тебе вообще помогает, что-то делает. Ты кто и для чего поставил этот шарик тебе в грудь? Управляет, наверное, мной больше. Так, с какой целью? Куда себя управляет? В хорошее управляет, либо в плохое что-то? Что? Нет, подчиняет. Каким образом? Нам по телу расходятся вот эти команды. Угу. Каким образом? И какие команды? Это, наверное, больше отупляет. Так, каким образом? Ну, как импульсы снова сковывают, что ли. Хорошо, руками сжимаешь. Попробуй давать противоположные импульсы этому шарику. Импульсы на просветление, на свободу. В него прям. Смотри, что происходит. Там что-то сжимается. Так. Забей его импульсами, пока он там искрит, не сожмется в ноль и не сломается. Давай. Забей его разумом своим. Ну, вроде сломал сейчас. Хорошо. А теперь отправь его обратно, откуда он пришел. Куда идет? Вниз. Куда? Следуй за ним. Тоже под землю. Угу. Хорошо. Тоже, знаете, рептилии, что ли, поставили. Следуй за ним, без фантазий. До конца. Вот где он остановился? Куда пришел? Ну, вот в эту базу подземную. А кто поставил в этой базе? Что там, интеллект, что ли, тоже какой-то? Смотри. Что я никого не вижу. Зачем интеллекту ставить тебе этот шарик? Потрогай. Компьютер, что ли? Потрогай этот интеллект, компьютер. Что он думает о тебе? Ну, что-то недоволен, но как. Почему? Не
Не знаю, почему она очень недовольна. Дотронься, узнай. Предал, что ли, я уже предал. Ну, свою волю проявил, да. Ну-ка, смотри. Смотри, Костя, как ты тогда выглядишь. Я не вижу, я вижу вот этот, опять компьютер. Из компьютера на себя посмотри. Тоже с башкой ящера. Сколько таких, как он, из компьютера, посмотри, как ящер. Таких, как я? Ну дофига там целый кишат. Другие есть? Иначе выглядящие. Нет. Такие все. Ну, в смысле, как змеи такие. Ну, да. Не змеи, а как с длинной шеей. Хорошо. Какие еще есть из компьютера? Думай компьютером. Цель компьютера. Что он делает? Ну, под контролем планету, что ли, держит. Так, а под чьим контролем? Ну, вот управляет искусственный интеллект, ну как, интеллект это. Угу. А кто его сделал-то? Цель управления какая? Ну, чтобы режим вот этот удерживался на планете. Угу. А чей режим? Тоже что ли из космоса? А что в космосе? Кто в космосе? Корабля, что ли, тоже управляет. Хорошо, а кто в корабле? Вот кто управляет? Там вроде рептилий, что треугольный корабль. Кто главный? Ну, видишь, рептилий какой-то, видишь. Опиши. Ну, рожа такая вытянутая. Зубастая. С языком таким. Раздольный. А кто кроме рептилий есть? Тоже что ли это? Малефисента. Рогатая. А как они воюют? Либо как? Кто кому подчиняется? Не, они управляют, они воюют. Они под контролем все держат. А Малефисенту тоже? Не, она управляет. А кем она еще? Они там рядом. Чем еще управляет она? Ну там разные направления они идут, разные.
разные пространства. Да, молодец. Смотри дальше. Как королева, да. Такая. Смотрящая. Какие? А это генералы. Ну давай, всю структуру. Кто под генералами? Кто рядом, кто над? Над рептилией генералы, как раз. Он похож на рептилию или на кого? Опиши его, пожалуйста. На крокодила. Крокодил. Не реп... Но больше на крокодила больше. Потому что ты перед этим его ящером называл. Больше на крокодила похож почему. Сейчас. Слушай, вытянуть теперь башка. Те ящеры внизу, которые с длинной шеей. Ну и там мне вот верхний корабль, а там внизу еще всякие корабли. Флот. А зачем на планете под... А зачем на планете под землю прятаться? Зачем под землей прятаться? Да. От кого, в смысле? Или от кого, или зачем? Нет, что-то все эти норды идут. Вот эти вот высокие, с белыми волосами. Ну хорошо, они как выглядят, что они думают, почему они от них нужно прятаться? Ну они, наверное, хотят это поменять порядок. Ну вот, а ты думаешь, либо компьютер? Спроси у компьютера информацию по ним. Но они хотят свой порядок установить. А какой порядок их? Ну, себе по планету починить. А она была чья? Больше рептилий. То есть они пришли на эту планету, да? Ну, пытаются, да. Угу. Пытаются свою власть. А как они пришли на эту планету, если наверху флот? Из других миров смирения. Угу. То есть они враги флота, получается, или чего? Или... Они не враги, они как наблюдатели. Угу. Но они хотят свой порядок, как так? Да. А зачем от них прятаться, если они наблюдатели? А прячут компьютеры. Это под землей все. Ну, зачем прячут-то? Ну, чтобы они не добрались до него. А зачем они добраться хотят? Ну, у кого компьютер, тот и правит. Угу. Прям как хорошо. Сейчас. Хорошо. Поймай, пожалуйста, одного норда и посмотри, как он выглядит. Опиши. Вот увидь одного норда, ты говоришь норд. Кто он? Как он выглядит на самом-то деле? Ну, высокий такой, светлый. Это человек? Да. Но выглядит как человек, как такое. Белая кожа, светлая, волосы. Mm-hmm. Рисами они как-то светятся.
Серебристый скафандр. А слушай, Костя, а прикажи ему, пожалуйста, чтобы принял изначальную первичную форму ДНК. Как он на самом деле-то выглядит? Я говорю, проще ткни палкой. Да. Или ткни палкой в него. Посмотри, как он на самом деле выглядит. Тоже, что ли, рептилия? Почему ты принял его за человека? Кто транслирует тебе образ человека к Норга? Вот это, наверное, подключка, которая к компьютеру. Которая во мне вот эта. Ну, прям как сейчас. Тем людям, кто подключен к Рою, прозомбирован, отвакцинирован, будут транслировать образ чужих врагов, знакомых. А почему одни рептилии с другими воюют, смотри? Дело рука опять. Почему, смотри? А вот опять пошло от подключки в руку. Угу. Почему воюют? Да. Да, не всегда власть делит. Протри мысленный экран. Почему Малефисанта помогает этим рептилиям, а не другим? Они с разных этих, что ли, галактик, что ли. Угу. А Малефисанта откуда? Орион, что ли? Это кто тебе сейчас сказал? Рептилия. Поймай ту рептилию, которая тебе это сказала. И что? С чего это? Это он или она? Он. А с чего он тебе это решил сказать? Ну, они такие врушки. Как говорится, спиздят, недорого возьмут. Ты с ним хочешь дальше общаться? С чего это он с тобой на контакт вышел? Спроси. Ну, чтоб я к ней не лез туда. А он ко всем на контакт выходит, кто к ней лезет? Ну да, они там оберегают. Кого от чего? Это ее управление, если кто что-то хочет к ней пролезть, они оберегают. Она одна правит, спроси.
Нам-то не говорит ничего, но вряд ли. Она над ними одна. А почему они ее оберегают? Спроси у него. От чего и почему? Ну, они там воюют с кем-то, с другими этими цивилизациями. Ну скажи ему, что ты друг, ты свой. Покажи компьютер, покажи подключку. Чтобы управление не отняли у них. А как можно отнять у них управление? Через компьютер, чтобы в нее как-то проникнуть, что-то такое. А что за компьютер, через который в нее можно проникнуть? Ну, под землей стоит. Через тот? А что это за компьютер, через который в нее можно проникнуть? Почему он особенный? Ну, он кристаллический какой-то. Дима, ты знаешь, что делать. Закачивай туда инфу. Не знаю, логос, не логос, не знаю. Без фантазий. А почему он на Земле, на планете? Внутри, под землей. Под землей. Почему? Кто сделал его? Не знаю. Без не знаю. Кто его сделал? Боги, что ли? Кто тебе это сказал? Добрые пришли просто. Такие светлые, светлые большие. То есть они захватили этот комп, который сделали боги? Получается, да. Без получается. Ты у компьютера спроси. Кто его сделал? Ну, тут образы, как у вавилонских таких вот этих богов. Какие в Вавилоне боги нафиг? Выключи снова память. Достал. Подключка у тебя к этому компьютеру. Бородатые такие. Сразу. Какие у рептилий бороды? Берешь тряпку, промываешь мозг. И снова через эту подключку соединяешься с компом и принимаешь оттуда образы. Не знаю, какая-то хрень туда пошла, как у них в Вавилоне богов изображали с бородами кучерявыми. Хорошо. Ткни в них палкой. Там вообще какие-то бестелесные появились. Дальше. Они сделали этот компьютер. Что с ним дальше происходит? Ну, он как разум такой был. Разум сделал компьютер. Дальше что с ним происходит с компьютером? И с разумом тоже смотри. Вообще глаз у меня появился асонский. Светящий. Когда он появился, этот глаз? И где?
Вот и компьютер сказал, и глаз появился. Наблюдает что-то. Костя начал фантазировать, я понял. Да. Устал уже. Угу. Устал. Конец связи. Да я вижу, что мне приходит, я говорю. Так вот, фигня начала происходить. Ну вот, значит, тогда это... С момента, ну, я думаю, когда тебя репт перехватил, защитник, у тебя начал херня идти. Он тебе начал транслировать херню. Почему он к тебе подключился? Что дальше происходило с вами? Ну, они блокируют информацию, наверное. Как у них это получается? Почему? Образы ложные трактуют. Почему? Вот почему мне не трактуют, Мони не трактуют, даже Диме не трактуют, а тебе трактуют? Так у меня подключка, а у вас, значит, нет. Через подключку. Чего ты это взял? Ну, я так думаю, через подключку они могут любые образы тебе навеять. С чего может... ты взял? Думаю так. Ты неправильно думаешь. Через мозг. Знаешь, я того, который возле королевишны, не совсем рептом видела. Помнишь, мы с тобой что-то рассматривали, мир, который отделял мир насекомых, вот, вселенной насекомых от более верхних. И там я говорила такое, как варан. Огромный да, да, такой варан, был. Варан, да. Вот это он и был возле нее. Я так четко его увидел, язык этот такой на два раза это расставленный. Это... Морда вытянутая такая. Mm-hmm. Да, он это был... варан. Вараны с рептами типа воевали, потом вараны своими стали. Да. Ты сразу за миром насекомых, за жуками. Да, да, сразу перед той вселенной. Я просто сразу его четко считала, что этот, помнишь, мы с тобой, вот что мы там рассматривали, я уже забыла, что мы его нашли были, этого варана. Сатанистов, они восстанавливали комнату той вселенной. Да, 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 какую-то, да, какую-то, что-то мы смотрели, я просто... Она взяла комнату той вселенной, угу. Которая служила красно-черному и ей, скажем так. Угу. Вот этого я и увидела, варанчика, когда Костя описывал. Он говорит, репта, я ну вижу, этот стоит. Красавчик. Защитничек. Угу. Кон той вселенной. Да, да, да. Они как генералы. Ко мне да. Ревнует. Ревновал. Мудила. Дима, что за комп там? Треугольный. Пирамидка. Дима. Да, да, я вижу. Хорошо. Световой компьютер. Да, светится. Квантовый светом пирамидки сейчас такие только начинаем. Начинали делать. Ну, естественно, сейчас они перестали работать тоже. Я надеюсь. Ну, перестали. А чё они на меня так взглянули? Кто их тогда сделал? Ну, ты просто работал, скажем так, на той базе. Кто его делал, этот комп, и... Расскажи историю. В основании лежат кристаллы, типа разноцветные. Типа кристаллы да. Силы. И он ими манипулирует, их светом, их свойствами. И как-то хорошо так работает, интересно. Он в виде призмы и разноцветное вообще свечение идет. Снизу кристаллы да. Разноцветные да. Силы. Да. 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 Как вот у Таноса кристаллы силы. Угу. И не Танос, а вот комп им думает светом. Да. Там гамма разная и разная длина лучей этих. Не только получает ответы, но еще влияет на многие процессы. Да, магия, да, да, да. Квантовая да. Магия. Кто его думать сделал? Вселенную. И они завладели этой технологией, кстати, это не роевая. Нет, это не роевая. Они долго даже тут... понять не могли, но использовали. Тут немножко Костя прав, но он не так, не совсем так описал, что не боги там вавилонские, ну.
Это сверху. Это сверху. Это или снизу, или сверху. Это создателя. Он долбился, да, в Кона и в Творца. Да, да, да. В богов. Ответы от богов. Ну, квантовый комп, он оттуда ответы дает. Да. Верно, с голографичного принципа Вселенной, как с Матрицы, да. Но откуда такая высокая технология в таком низу? Вот это вопрос. Слушай, он сворован был. Красно-черный. Кто сворован? Он был сворован. Кто своровал? Я могу дать ответ, или кто-то другой должен ответить. Ты уже сказала, красно-черный. А кто это такой? А вот ты посмотри, кто такой красно-черный? Кого мы зовем красно-черным? Отдохнул минутку, вперед. Робот, что ли, какой-то? Давай без гаданий, достал уже. Не знаю, не вижу. Узнай, увидь. Что мешает увидеть? Где линза? Где, что мешает? Да у меня вообще руки сейчас холодные. Грей. Ну расскажи. Костя. Я первый раз, мне можно. Тебе ничего нельзя, кроме дачи верных ответов. Я задал тебе вопрос, воин, отвечай. Ну, надо глаза закрывать сейчас туда. Подключаться, я так не вижу. Мозг включать надо. Нету у меня мозга. Мозг-то есть, мозгов нету. Нету. Так, нет, орган где-то, наверное, есть. Промывай его, давай, тряпочкой протри. Мозгов ни хрена нет. Уже, по крайней мере, начал признавать очевидное, видеть. Хорошо. Увидел это, увидишь еще остальное. Да, ну вообще какая-то кристаллическая решетка идет. Не вижу. Что за решетка? Ткни палкой. От где она? Откуда? Увидел один образ начальный, раскручивай. Как лазерная такая, показывает. Так, что это такое ты увидел? От компьютера, что ли, это такая, где по всей планете. Что это? Кто это делает и зачем? Оболочка такая. Угу. Сама появилась. От него. От кого? От компьютера. Так. Что он делает? С какой целью? Удерживает. Что-то удерживает. Что? Ну, а планету держит в этой оболочке. Так, а зачем? Ну, чтобы никак не проник никто. А каким образом эта решетка в компьютере и из компьютера может кого-то удержать? Смотри, функции. Как работает механизм. Она как щит идет такая. Ну, примерно как сейчас хотят сделать со спутниками Илона Маска. Квантовая защита. А почему квантовая защита может защитить от проникновения? Каким образом? Она по всей Земле кристаллическая решетка. Да, каким образом? Она работает так. Ну вот этот компьютер как ядро, а оно такая. Да. А как это работает? Силовое поле такое. Угу. Пойду я, бегу, а то меня всего аж перекорежило.